Всем привет! Перед каждым христианином в определенный момент возникает вопрос: как заработать денег? I don't know. На самом деле вариантов немного. Ну или так. А если серьезно, то сейчас этот вопрос актуален как никогда. Профессий, которые позволяют заработать хорошие деньги, не так уж и много. Повторюсь, хорошие, на которые, например, можно построить особняк или купить джип, не говоря уже о каких-либо излишествах типа яхт или личных самолетов. В основном такие возможности открываются перед нами лишь тогда, когда у нас на руках есть свой какой-либо бизнес. А как показывает практика, в странах бывшего совка очень непросто вести бизнес честными путями, без взяток и откатов, без укрывательства от налогов. Но хоть и сложно, но конечно же можно. Единого рецепта получения дохода нет. Кто-то зарабатывает, делая видео для YouTube, кто-то продавая маркеры в метро. Важно, чтобы то, чем ты занимаешься, тебе нравилось. И чтобы ты делал свою работу на славу Божью. И тогда все будет отлично.